В России на пожаре погибли 10 граждан Китая, СМИ. Никому из рабочих, находившихся на обувной фабрике в момент пожара, выжить не удалось. На обувной фабрике под Новосибирском произошел крупный пожар. Погибли 10 граждан Китая, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в оперативном штабе с места событий. Предварительно, 10 погибших. Все это китайские рабочие, которые, заметив признаки пожара на производстве, попытались самостоятельно, до приезда пожарных, погасить пламя, однако задохнулись угарным газом, сказал источник. Он уточнил, что судя по документам погибших, они являлись гражданами Китая и работали на фабрике. Сейчас рассматриваются две версии произошедшего: короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности. Предварительно, никому из рабочих, находившихся на фабрике в момент пожара, выжить не удалось. Также отмечается, что горели материалы, предназначенные для производства обуви и готовая продукция. Выделялся токсичный дым. Как сообщал корреспондент Net, ранее в Индии во время пожара в ресторане сгорели 12 человек, большинство погибших – женщины, отмечавшие день рождения подруги. По материалам сайта news.com.